Вопросы ресурсоснабжения обсудили на совещании секретарь Совета безопасности России и полномочный представитель президента в ПФО. По данным специалистов, возникшее под действием климатических факторов маловодие продлится до 2029 года. Негативно на ситуации сказывается и нелегальная добыча песка и других ресурсов. Как следствие, уровень воды в реках округа падает, что ведет как к экологическим, так и экономическим проблемам. Еще один вопрос – качество воды в городских коммуникациях и способы ее очистки. Возникший разрыв на одной из востребованных транспортных артерий не позволяет осуществлять внутреннее судоходство в полной мере. Потери от снижения планового и относительно дешевого грузопотока на воде исчисляются сотнями миллионов рублей ежегодно и привели к существенному увеличению нагрузки на автомобильные дороги, а также затратам на их содержание и текущий ремонт. Серьезной проблемой остается загрязнение водных объектов. Очистка воды до установленных нормативов не обеспечивается. Наиболее остро стоят вопросы очистки сточных вод предприятий ЖКХ, ливневой канализации. В целом по Приволжскому округу лишь 13% сточных вод, сбрасывая их в водные объекты, соответствуют нормативам.